Что в кармане? Ничего. Давай-ка проедем. Теперь расскажи-ка мне подробнее. Как это оказалось в твоей жизни? Опять. Я рос в нормальной семье. Папа юрист. Мама врач. Заботу и воспитание получал. В 16 лет попробовал алкоголь. Где? На выпускном. В 18 лет впервые попробовал марихуану. Хотел расслабиться, уйти от проблем. Проблемы с учебой. В 21 попробовал таблетки. Осознанно хотелось чего-то нового. Амфетамин? Не. Экстази. В 25 дело дошло до свадьбы. Там-то я попробовал все сразу. Прямо на свадьбе? Был мальчишник. 27 потерял мать. Причиной стали мои пристрастия к наркотикам. Отец отказался от меня. Жена не подпускает меня ни к себе, ни к моему ребенку. Закончилось терпение? Закончилось доверие. Мой ребенок заболел. Деньги собирали всем городом. Я все потратил. Если ты хочешь поучаствовать в жизни своей семьи, то тебе обязательно нужно победить этот порог.